Это не реклама. Я лично с этим столкнулся. Здравствуйте, рыбаки, рыбачки, гости моего канала и подписчики особенно. Сегодня у нас речь пойдет не о рыбалке. Сегодня речь у нас пойдет о полезной информации, которую хочу я до вас довести. Случилось так, что у меня обострились старые травмы, еще к тому же болезнь хроническая, можно сказать. Короче говоря, в области тазобедренной и в коленной боли невыносимые, что ночами не мог спать, зубная боль такая острая. Мне друзья посоветовали использовать, попробовать, принесли мне аппликатор Ляпко. Есть такой аппликатор Кузнецова, это аппликатор Ляпко. Не путать с Ляшко, у нас такой политик есть. Аппликатор Ляпко. Дали мне его на несколько дней, я попробовал, реально боль снижает, притупляет, то есть действие какое-то оказывает. Я заказал по интернету вот этот аппликатор. Вот что он из себя представляет. Смотрите, вот это иголочки. Выполнены они из разных металлов. Вот показано на картиночке, какие здесь металлы. Зачитываю вам. Здесь используются составы медь, железо, цинк, серебро, никель, ну и медицинская резина. Есть они разной формы, разного. Есть даже и шарики и так далее. Как оно действует? Тут особая заточка. Между собой вот эти металлы создают как бы микроимпульсы, электрические разряды какие-то, воздействия. Заточка особенная, повторяю, кожу не вредит. Но первые 5 минут неуютно себя чувствуешь, потом это притупляется, наступает такое облегчение, боль, как говорится, снижается, проходит. И вот этот сам конструктор Ляпко, украинец, ой, извиняюсь, вот я вам его показываю, видите, вот он, его портрет. И его вот эта вот фирма вы можете найти в аптеках, приобрести или же заказать по интернету. Я заказал, видите, тут вот полностью всякая инструкция есть на 5 языках. Украинский, русский, французский, польский, английский, тут я не знаю. Подробная схема. Как применять этот препарат, куда ставить, воздействие какое на организм. Многие болезни лечат. Я не буду перечислять. Кто заинтересуется, зайдите в интернет и прочтете, найдете, захотите, закажете. Вот это все удовольствие мне обошлось вместе с пересылкой. Точнее, за пересылку денег даже не взяли. 365 гривен. Я не знаю, это не панацея, конечно, но в крайнем случае помогает. Я на себе это ощутил. Видите, вот эти вот сами шипики, вот эти вот заточенные иголочки. Они из разного металла, повторяю. И реально облегчает. Я не знаю, вылечит оно или все делается в комплексе, но в крайнем случае помогает. Острую боль снимает, еще раз говорю. Прямо не мог спать ночами. Сумасшедшая боль такая. Вот. Если кому-то это интересно, можете найти, посмотреть. Ляпко, аппликатор. Живите без боли. Реально боль снимает. Благодарю за просмотр. Всем здоровья. Когда нет здоровья, нет никакого желания что-то делать, к чему-то стремиться. Вот всем желаю, не только моим подписчикам и гостям моего канала, но и всем желаю здоровья, удачи, успехов. До встречи в эфире.